Итак, всем привет! Выполняю задание номер 7 от Антона Агафоновой и Екатерины Терехиной. Соответственно, интервью. Ага. Здравствуйте, Вера. Здравствуйте, Наташа. Очень приятно, очень рада видеть вас сегодня вечером, лицезреть свою соседушку. Наконец-то я до тебя добралась. И, слушай, вот я к тебе сегодня с таким вопросом пришла, вот я надеюсь, ты мне очень поможешь, и даже, возможно, поможешь и остальным зрителям, и кто-то даже где-то найдет для себя какие-то подсказки и решения, какие-то решения и направления в области ухода за лицом. Значит, что я хочу у тебя спросить? Вера, как ты думаешь, желает ли каждая женщина выглядеть красиво, молодо, изо дня в день? Я думаю, что каждая женщина достойна выглядеть красиво и старается ухаживать за собой изо дня в день. Ой, спасибо. Вера, скажите, а вас устраивает состояние, вот сегодняшнее состояние вашей кожи? Не совсем. Хотелось бы, чтобы моя кожа была более увлажненной и очищенной, ну, свежей. Хотелось бы добавить этого всего. Да, немножечко хочется подправить где-то, да? Ага. А хотели ли бы вы улучшить и омолодить кожу за короткое время и выглядеть всегда на высоте? Естественно, этого без обсуждения, этого желает, наверное, каждая женщина. Ага, спасибо. Вера, а о компании Faberlic вы что-нибудь слышали? Да, конечно, мы пользуемся этой фирмой, косметикой. А что вы уже попробовали? Краска для волос мне очень нравится. Пользовалась пятновыводителем, карандашом. Спасло меня очень сильно. Кремами пользуемся, духами пользуемся. Благодаря соседушке. Да, так замечательно, так здорово. Вера, а знаете, я вам открою секрет, что компания Faberlic произвела эликсир молодости. Хотели ли бы вы найти для себя средство, от которого ваша кожа будет омолаживаться и выглядеть прекрасно всегда? Да, хотелось бы, чтобы выглядеть красиво, ухоженно, уверенно, да? Всегда. Ага, чтобы... Ага, я вас поняла. Хорошо, спасибо, Вера, большое. Я бы вам предложила встречу для того, чтобы мы с вами провели мастер-класс по уходу за лицом. Я вас познакомлю с современной косметикой по уходу за лицом, которая будет вашу кожу насыщать кислородом, восстанавливать ее, питать, увлажнять и делать ее прекрасно, восхитительно, восхитительно замечательной изо дня в день. Договоримся о встрече? Да, конечно. Хорошо. Когда будет удобнее? Утром или вечером? Скорее всего, вечером. Вечером. Вера, как вы смотрите, если мы с вами встретимся все-таки часиков 6 вечера, можно даже завтра? Конечно, можно. Да? Возможно, да. Очень хорошо. Я тогда записываю вас в очередь. Хорошо. И мы с вами завтра встречаемся. Спасибо большое вам за ваше интервью. Вам спасибо. Ага. Это были мы. Наталья Качанова, Вера Рожкова. Спасибо всем за просмотры. Спасибо за... Ставьте лайки. Пока-пока.